Финансирование Ярославской области по программе расселения аварийного жилья приостановлено. Эта информация появилась на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ. Согласно данным, размещенным на портале ведомства, правление госкорпорации рассмотрело отчеты всех субъектов России за прошлый год. 28 регионам финансовой поддержки отказано. Это касается и Ярославской области. Официальная формулировка: в связи с необеспечением долевого финансирования программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Между тем, в региональном департаменте строительства ситуацию не драматизируют, заявляя, что в ближайшее время все претензии фонда будут удовлетворены. По программе текущего года область должна расселить 32 тысячи квадратных метров аварийного жилья, на что из федерального бюджета планируется получить 339 миллионов рублей. По сути, речь шла о двух моментах. Первое – это вопросы софинансирования из местных бюджетов расходов по расселению ветхого аварийного жилья. Этот вопрос уже фактически на сегодняшний момент решен. Он касался корректировок областного бюджета, и, как вы знаете, 1 апреля областной бюджет вступил в силу, и теперь мы можем уже все средства, которые необходимо, перечислить. Второй вопрос касался подготовки региональной программы на ближайшие 5 лет по расселению ветхого аварийного жилья. Такая программа подготовлена, проект находится на согласовании, но единственное, что мешало завершить ее подготовку, это отсутствие четкого понимания по лимитам из фонда. Я думаю, что в ближайшие 2-3 недели мы эту программу согласуем со всеми заинтересованными сторонами и утвердим в установленном порядке.